Книга «Открытым оком», автор Игнатий Тихонович Лапкин, 18 том, вопрос 3224, тема «Мусульманство». Вопрос. Какие места Корана и о чем более всего удивительны для христиан? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. О том, как совершилось падение Херувима, сына Деницы и превращение в дьявола, Иблиса. Коран, 7 сура, 11 аят. Мы создали вас, потом придали вам форму, потом сказали ангелам, поклонитесь Адаму, и поклонились они, кроме Иблиса. Он не был из поклонившихся. 12 аят. Он сказал, что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз я приказал тебе? Он сказал, я лучше его, ты создал меня из огня, а его создал из глины. Сказал он, не извергнись отсюда, не гордиться тебе превозноситься там. Выходи же, ты среди оказавшихся ничтожными. Он сказал, дай мне отсрочку до дня, когда они будут воскрешены. Он сказал, ты среди получивших отсрочку. Откровение, 12 глава, 7 по 9 стих. И произошла на небе война. Это мы уже читаем Библию. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, но они устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Иезекииля, 28 глава, 14 по 16 стих. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды. И ты согрешил, и я не извергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. Стихотворение. Пришедшее не каждому известно, и виноват он сам, что не читал. Мы все из одного, из того же теста, так почему же столь разница причал? Вокруг следы ушедших и знакомых, далеких близких за одним столом. Их след внезапно исчезал у кромки, а значит жизнь мечты под нож на слом. Попятиться над пропастью непросто, но шанс такой не исключай никак. Открыта дверь, смиренным очень просто. Быть человеком, хотя ты есть и шаг. Заговорит тогда душа ослица, действительно седок на ней злодей. Он душу изнасилует и злится, погибель бывших бойся проглядеть. Тропит свой путь иной в Синедрион, поведает врагам о тайных разговорах. Дом тот не церковь, сатаны притон, с эксотов тайных на расправу скорых. Непонимающий ослеп, душа как склеп, кто опыту погибших не внимает. История для алчущих необходимый хлеб, но не поможет глупому немало. Смотри у Каина упертый в землю взгляд, предупреждение ему от Иеговы, поиночески нем жует упорство кляп, куда же Авель в этот день погонит. А дальше смерть у тысячи таких. Война арабов и евреев злобных. В Писании есть не один тревожный стих, что мир внезапно очень гробно лопнет. Кто бывшим до него безумно пренебрег, достоин участи пренебреженных им, ему история быком и поперек, и пропасть адова пополнится еще одним. 2006 год, Игнатий Тихонович Лапкин.